Всем хей, с вами Дэйв Рувин, и сегодня это будет 7-я часть выживания вампира в Майнкрафте 1.19.2. Я уже доделал инфузию, сейчас я вам тоже покажу. Видите, я вам, вот на этой инфузии я ее доделал, то есть до съемки видео я уже ее доделал, потому что тут резину я не собираюсь. О, сейчас, это прям, как вам так сказать, сейчас уже прокачиваюсь до 6 уровня, да, уже прям только началось видео, уже все уже начинается, да. И вот видите, уже 6 уровня, кстати, я же, видите, или какая-то цветотки, ну вот, конечно, если попадет эти силы, блин, и не раз я на сочищение. Мы уже 6 уровня. Цветовки хорошие. Ну, короче. Видите, что у нас есть? Ну, давайте лучше выйдем. Будущую скорость. Скорость. Ну, тут занимается вот так очков, короче. Видите, короче, это, когда вы там уже прокачаете, что это 6-го, тут у вас такие цвета будут. Ну, такие. У нас более насыщенные. Потом уже это пропадает. Ведь отсутствует 7 человеческое сердце для этого ритуала. То есть надо опять убивать охотников, но это, конечно, мы сейчас и вернемся. Прямо сейчас вот это туда поставил. Видите, 394 метра. Вот. Как хорошо, конечно, с этой меткой, да? Вот прям, знаешь, да, ссылку бану. Всегда, я даже меня убили, потому что скелет застрял. Ну, надо было, конечно, не убить, потому что хоть 20 дечек, я, конечно, не убили, это мило. Так. То что же тут не было. Поехали. Хотя бы погодите, давайте мы сейчас нашу пробу и бутылку наберем. Ну что, так восстанавливаться там. Что-то еще. Всякое еще. Такой вот. Так, вот еще на коробку. О, уже убил хрен. Теперь сейчас покусаем. Пока что. Блин, я же привык, блин. Привычка, конечно. Надо отвыкать. Понятно. Где? Красоту, вот, представляете, он тут красоту будет, да? Видите, какая красота? Адриан Дрекс. Ладно, уже не будем взлетать. Идем к охотникам. Уже здесь. Вот,
из одного удара. Спадево, что мне без плана. Уже чуть отходим. Это сейчас такая моя тактика, так сказать. Опять не хватает крови. Трендец полный, конечно, с этим. А, подожди, блин, мне. Сейчас встану. Так, 5 у нас в пути. Блин, 23, блин, а то вам много, не знаю. Блин, ну слишком много, кстати, с этих... этих охотников с этими арбалетами, вот и чего... Я хочу, что слишком много. Так, ну, ничего не выходит, а... просто надо вроде и хорошо, а вроде и плохо. Так, надо... вот это вот. Ага! Вот и где. Понял. Сейчас. Да блин, это чип. О. Блин, они реально как-то спаются такие. Хитруны такие, а? Все, бутылка с кровью, блин. Очень странно. Только чуть-чуть. Еще попил крови, так сказать. Ну, так сказать. Вот. Еще и покусаем хотя. Да это уведомление, конечно, но прям не вовремя, да? Хм. Ладно, ладно, блин. И делаем вот эти пузырьки. Это все бутылки с кровью, чтобы понимали. Вот они... они так вместе что-то не хотят. Так, вот так вот. Они что-то соединяются, не хотят. Так вот, а так.
А, думаю, что видимо. А видимо, это плохо. Да, вот с арбалетом, да. Мы его сейчас снова убьем. Я не вижу ни одного. Давай, нападай. Давай. Иди в атаку. Дурничок. Мы этого приманим. Давай. Все. Ну, я так приманим, давай. Оп, оп. Блин. Трындец. Или не трындец. А, вот он сразу идет. Мы его так. Мы его так приманим и убьем. О, так. Нет этого где-то, ну. Сама сука буду ей стрелять. Распадаем. Хотя давайте пусть с арбалетом. Потом вот убьем. Блин, это шкаф что нового. А, у меня же, блин, нету вот этих стрел. Что за тупан, да? Ух ты, так, всё, всё, а? Всё, хватило, хватило. Блин, не хватает же, блин, этих стрел. Блин, они тяжело у меня очень закончились. Ну ладно. Они еще будут спамиться и спамиться. Ну, а мы идем домой. А, убить еще и паука. Зачем его убивать, конечно, вопрос, но как хочется. Я уже всех покусал, блин. Это, конечно, вообще трындец. Ну ладно, идем домой сейчас. Летим домой, так сказать. Не так сказать, блин. Вот видите, 80 лет уже собрал. И теперь идем домой. При инфузии. Ну что дальше? Прокачиваться там всякое такое. Там. Блин, с этим селектором таким вот. И вот этим переключателем, блин. Так, идем к инфузии, и надо... Да. Так. Видите, не хватает книги, но... Или не, да? Не, это была, кстати, еще можно. Залить сюда, ну ладно. Так. Блин, какие у нас нет. Нет, нет. Это у нас стоит гребаный. Вот это и вот, короче. Книги. Я полный трендец, короче, так. Видите, сдалека вот. Этот домик, конечно, сдалека. Адриана подвинуть. Подвинуть его, вампира. Сейчас. Всё. Это что, малиновое? А, не, я думал, это малиновое. А, я же запутался. Так.
Нужно взрывать. Где этот, не знаю, Адриан, Эдриан. Ну, его зовут-то. Это вот продвинутого первого ничего. Его тоже станет, но этого, конечно, уже станет. Будет, мне кажется. Я это продвинутый вампир, не понял вообще-то. Не понял, что ты опять же прикол, да? О, блин. Это не дает мне никак обрядиться нормально. Нужно... Превратиться в кучу мой. Блин, я не вижу этого. Да, я не вижу его. Жалко, конечно, просто он вроде и жалко, а просто он вроде и еще на его все равно. Можно за кстати с этого вампира получать книгу. Не, не получится. Все-таки надо с продвинутого вампира. Да блин, когда же он надоел уже, а? Реально его. О. Ну что, ладно, давайте уже. Хотя нет. Ладно, надо, наверное, возвращаться, потому что мой мод меня и добить, блин. Всякое такое. Ну, может, им заодно его найдем, хотя не будем его находить. Не надо нам такое. А может, придется его спавнить, не знаю. Или получать книгу с креатива, хотя это чистительство, но... Но, короче, у меня есть такая идея. Короче, я буду заспамить именно продвинутого вампира, а не просто брать книгу. Ну, сказал продвинутого вампира, просто понял. Книга вампира, короче. Брать с креатива не буду, короче, заспамлю именно продвинутого вампира и его убью. Потому что, блин. Потому что если просто возьму просто простую книгу вампира, то просто из креатива. То это же, наверное, сам сюда будет. Поэтому да. Видите, вот это, короче, яйцо от этого вот продвинутого вампира мы сейчас заспамим, ну это спам. Видите, он здесь. Сейчас мы его убьем. Будем его убивать. Ну, он уже сильный потом. Блин, нет, кровь вампира, блин. Выпало. Выпала кровь вампира, но это на нам оно вообще не надо. Ну ладно, сейчас там. Перейдем. Перейдем.
Да, конечно, я думал, что будет книга вампира, но нет. Что-то кто перекладывал, кто умер, зачем вообще. Да, это... Вот так, вот так, кстати, вообще вечно надо быть. Пожалуйста, сейчас опять спальню этого. Пойду этого вампира, я просто от него хочу, ну, книгу вампира. Чтобы что-то было по красоте. Ведь уже за спальню его. И... Блин, не попадает с него. Не выпадает почему-то, ну блин. Я так не хочется брать эту книгу с креатива, блин. А так прям не хочется, вот реально. А так прям не хочется, но... Ну что, ну что-то поделать там. Я сейчас возьму, блин, ну... книгу с креатива, кстати, я... Кстати, я до съемки этого видео, я там уже переплавил. И золото, и железо, там. Да. Ну короче, что. Короче, я взял эту книгу вампира. И сейчас кто-то, вот 100% кто-то меня сейчас назовет читером, но блин, у меня вопрос. А вообще я вообще, блин. Я взял вообще-то эту книгу вампира, потому что, блин, а что делать? Что-то понять никто. То есть про этого вампира я уже 3 раза вроде убивал, но блин. Ну не получается, реально, блин. Ну что делать вообще? Вот что делать? А я ж тянуть время-то не хочу, поэтому. Поэтому вот такие вот дела, ну то есть вы меня поняли. Поэтому. Какие-то 2 зомби, блин. Вообще это железный меч, наверное, про его убить. Так думаю, ну ладно. Будем все время, так. Идем к инфузии. Вот она, когда вампира. Пойдем сюда. А, вот. Вот. Еще уже сейчас до 7 уровня прокачаемся. О, видите, уже до 7 уровня. Видите, тут уже больше шкала, вот это вот, ну, побольше уже так стало. Ну, у меня, надеюсь, поняли. Вот еще вот этот предыдущий, ну, то есть, у предыдущего уровня тут, вот видите, вот это такого прям, ладно. Блин, что-то я, конечно, сбиваюсь так. Что триндец. Триндец, конечно, сбиваюсь, конечно. Надеюсь, вы сравните. Ну, не надеюсь, а вы сравните, короче. Ну, то есть, как я был там, ну, 6 уровня вампира был, так и 7. Ну, то есть, вы, надеюсь, увидите, ну, по шкале. Вот. Да, блин, вот задерживаю этих... Вот этих зомби, не знаю, очень сложно. Ну, прям не очень много, но, блин, что-то не часто. Смотри, короче, прятаться. Короче, вот эти все скиллы, так, круговое зрение, ну, избегаемый криперами, перспектива тут, и телепорт, ну, и все, как бы. Ну, ладно, а давайте сейчас протестируем это круговое зрение, или нет. Хотя, может и нет, не знаю. Но сейчас это видео, наверное, буду завершать. Сейчас завершу видео. Короче, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всем пока.